Начнем, батюшка подойдет. Царю небесный, утешителю души истины, и везде сый, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди, селися в ми, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, просим Тебя благословить наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас от всего ненужного, дай нам любви друг к другу. Прибудь с нами. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, следующее. Единственное будет на крещение только утром. Вечером я буду там служить, а утром здесь. После утреннего богослужения сразу будет великое водоочищение воды. Спасибо. Ко мне какие вопросы есть? Что ли нет? Никогда не приезжал. Тебе сколько лет? Совсем маленько. А? Совсем маленько. Ну, маленько, мне чуть поменьше тебе. Я через день ездил. В поезде ночью не спать туда и сюда. Так. Не, ну, чтобы совсем ну, так а что спрашиваешь, а ты вот после. Совсем, чтобы не уезжал. Чтобы да. Вот, ну, еще же будет, совсем не буду уезжать. Ну, ну надо так вот уже глупо уже рассуждать. Не даже и говорить это, но. Всегда. Так ведь, никогда потеряющий, никогда на Троице я не был за все время, на Троице не был, на Крестовоздвижении не был. Так уж поменять праздник. Троицу, нет, Троицу с Рождеством. Сидите, раз у нас прослужили. А? Троицу, если поменять с Рождеством, у нас один раз отслужили. Один раз у вас отслужили. Да. Нам бы хотелось, мы ни разу не были. Где не были? В деревне на Троице. Приезжайте, всех приглашаю. Ну, летом на Троицу батюшка. Приезжайте, все в деревню. Там помолимся. Можете на Рождество, то можешь приезжайте. Только сегодня надо уже, завтра уже нет. Потому что завтра у нас утром будут царские часы. И вечером уже молитва будет там. И 12 часов уже вечернее у нас ночное богослужение будет. Выйдет, конечно, днем, ночью не нужно. Так, никаких вопросов нет. Я поехал в больницу, слушал. Я хотел вот что? Заявление о крещении. Ну, передайте, я посмотрю потом. Передайте. Есть, пожалуйста. Брат Валерий, вопрос. У меня просьба, батюшка. У меня, возможно, дорога предстоит в Рубцовку на этой неделе. Благословите, помолитесь за меня. Ну, а ты что туда поехал? С каким делом-то? Так у меня там квартира. А-а-а. Никак от нее не избавлюсь. Да ты что? Многие люди бьются, что квартиры нет давай. Никак, а это никак не бахнет. Так, наверное, шламон избавляет. Во, как живем, мы представляем. Ну ладно, Бог благословит, делай. Что там? Как нужно. Батюшка, из больницы вы сюда вернетесь? Да, сюда вернусь. Сразу, да? Из больницы сюда, Мидл, как по... Как
Алевтина, сестра наша, передает всем поклон, благодарит за молитву, продолжайте молиться. Трудно ей после операции, трудно. Ты сказал, у нас Мирон болеет, и Илья болеет, это Зины сын. И Татьяна Александровна позвонила, у нее колени болят очень сильно, не может. Ну так люди все держатся. Надежда Васильевна. Слушайте, я хочу поблагодарить всех, кто помнит меня, кто молился обо мне. Хочу попросить у всех прощения за мое недостойное поведение. Больше такого не повторится. Спасибо. Брат передает поклон и благодарение за молитвы, и я благодарю всех за молитвы. Поклоном от нас. Чтение. Толкование на сегодняшнее апостольское чтение. Потом уже дальше. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 19-го. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Толкование. Здесь он, ну, много, очень сильно много. Я с первого стиха это... Я же с 1 по 25 19. Толкование. Здесь он называет праведным того, который имеет все добродетели. Иосиф, будучи праведен, то есть добр, кроток, истинен, хотя подозреваемая не только заслуживала обличения, но закон повелевал даже наказать ее. Впрочем, Иосиф избавил ее не только от большего, но и от меньшего, то есть от стыда. И не только не хотел наказать, но не захотел и обличить. Не признаешь ли всем мужа, признаешь ли всем мужа мудрого и свободного от мучительной страсти? Вы сами знаете, что такое ревность. Посему-то, вполне знавший оную, пророк сказал: «Ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения». Притчи 6.34. «И люта, как преисподняя ревность». Песня 8.6. Мы знаем, что многие лучше готовы лишиться жизни, нежели впасть в подозрение ревнивости. А здесь было подозрение, когда дева изобличилась ясными признаками беременности. Но Иосиф был столько праведен и чужд страсти, что не захотел причинить деве даже и малейшего огорчения, так как оставить ее у себя казалось противным закону, а обнаружить дело и представить ее в суд значило предать ее на смерть, то он не сделал ни того, ни другого, но хотел тайно отпустить ее. Он поступил выше закона, обнаруживая свою добродетель. Матфея 1:20. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Толкование. Почему дева, слышавшая прежде от ангела благовестия, не открыла ему сего и, видя обручников смущение, не разрешила его недоумение? Почему и ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Для чего не сказал, говоришь ты? Для того, чтобы и Иосиф не обнаружил неверия, и с ним не случилось того же, что с Захарией. Нетрудно поверить делу, когда оно уже перед глазами. По сей же причине молчала и дева, ибо думала, что не уверит жениха, сказавший о необыкновенном деле, а напротив, более огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Тотчас приводит ему на память Давида, от которого должен был произойти Христос, и не дает ему оставаться в смущении, наименованием предков и напомянув об обетовании, данном всему роду, сказавши же:
«Не бойся» показывает, что Иосиф боялся оскорбить Бога, содержа в доме как бы прелюбодейную. И изрекши же имя Марии Девы, ангел не остановился на сем, но присовокупил жену твою. Сим именем он не назвал бы ее, если бы ее девство было растлено. Женой уже называет здесь обрученную. Что значит принять, то есть удержать у себя в доме, ибо Иосиф мысленно уже отпустил деву. Ее, говорит ангел, поручает тебе Бог, а не родители. Поручает же не для брака, но чтобы жить вместе с нею. Вручает, объявляя о том через меня. Как Христос после поручил ее ученику, так ныне поручается она Иосифу. Ибо, говорит, она не только чиста от беззаконного смешения, но и зачала в чреве сверхъестественно. Посему не только отложи страх, но и возрадуйся. Родившаяся в ней есть от Духа Святого. Дивное дело, превосходящее человеческое разумение и превышающее законы природы. 21 стих. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Толкование. В сих словах показывается, как высоко это спасение, ибо благовествуется освобождение не от чувственных браней, не от плена варварского, но что гораздо важнее сего освобождение от грехов, от которых прежде никто не мог освободить. Здесь ангел показывает, что рождающийся есть Сын Божий, ибо кроме божественного существа никто другой не может отпускать грехов. Итак, получив такой дар, примем все меры, чтобы не поругать такого благодеяния. Если грехи наши достойны были наказания, и прежде сей чести, то тем более после сего неизреченного благодеяния. И это говорю теперь не без причины, потому что вижу, что многие после крещения живут небрежнее некрещенных и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Посему ни на торжище, ни в церкви не скоро различишь, кто верующий, кто неверующий. И разве только тогда, присутствуя при совершении таинств, увидишь, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. Но надлежало бы отличаться не по месту, а по делам, ибо достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам, а наши достоинства надобно распознавать по душе». Верующий должен быть виден не только по причащению святых тайн, но и по новой жизни и богоугодным делам. Верующий должен быть светильником мира и солью земли. А если ты не светишь и себе, не предотвращаешь и собственной гнилости, то почему нам узнать, что ты истинный христианин и достойно причащаешься святых тайн? Но, причащаясь только по обычаю, ты уготовляешь душе своей многие муки. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что сам прибавил к тому. Надобно, чтобы он по всему был виден и по поступи, и по взору, и по виду, и по голосу, а более всего по добрым делам. Сказал же я о сем, для того, чтобы нам творить добрые дела не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас, и украшать себя ими для угождения Богу. А теперь, с которой стороны не стараюсь распознать тебя, везде нахожу тебя в противоположном состоянии. Хочу ли заключить о тебе по месту? Я вижу тебя на конских хресталищах и в театрах. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях, составляешь злые толки, в худых сходбищах и сообщаешься с людьми развратными. Хочу ли заключать о тебе по виду твоего лица? Опять вижу, что непрестанно ты смеешься и рассеиваешься, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта или по спутникам твоим. Ты водишь за собой тунеядцев и льстецов. По словам, слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного в нашей жизни. По твоему столу
Здесь открывается еще более причин к осуждению. О подобных таким людям говорит апостол: «Их Бог чрева». Филиппийцам 3:19. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный христианин, когда все исчисленные мной и другие многие уверяют в противном? И что говорю «верный христианин»? Даже и того, человек ли ты, не могу узнать подлинно. Ибо стучишь ты ногою, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, насыщаешь тело, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, извителен, как скорпион, пронырлив, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как демон лукавый. Как я могу счесть тебя за человека, не видя в тебе свойства естества человеческого? Ища образа верного христианина, не могу найти разности даже между человеком и зверем. Чем же назову тебя? Зверем? Но у каждого зверя есть один какой-нибудь из сих пороков. А ты, совокупив в себе все означенные пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя демоном? Но демон не служит неистовству чрева и не жаждет денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и в демонах, то скажи мне, как могу назвать тебя человеком? Если же нельзя назвать тебя человеком, то как назову тебя верным? А что всего хуже, находясь в столь худом состоянии, мы и не думаем о безобразии своей души и не имеем понятия о ее гнусности. Итак, умоляю вас, не оставайтесь зверями. Ежели и раб не входит в дом отца, то как можешь вступить в двери его ты, будучи зверем? И что говорю зверям? Такой человек хуже всякого зверя. Зверь, хотя по природе дик, однако часто посредством человеческого искусства делается кротким. А ты изменяешь природное им зверство и несвойственную их природе кротость, а свою подлинную кротость изменяешь на неестественное тебе зверство. Дикого по природе делаешь смиренным, а себя, кроткого по природе, против природы делаешь диким. Льва укрощаешь и делаешь ручным, а своему телу попускаешь быть неукротимее льва. В отношении к укрощению зверей два затруднения, препятствующие их укрощению. Во-первых, то, что зверь лишен разума. Во-вторых, что зверство в нем есть природное свойство. Не смотри на это по избытку данной тебе от Бога мудрости. Ты преодолеваешь их природу. Как же ты, преодолевая в зверях природу, в себе самом, по собственной воле не сохраняешь природного добра, данного тебе от Бога? Если бы Бог заповедал тебе сделать кротким другого человека, ты не почел бы его заповеди невозможно, хотя и мог бы ему возразить, что ты не господин чужой воли, и что он не зависит от тебя. Но теперь, когда он убеждает тебя укротить собственного твоего зверя, над которым ты полный господин, то чем можешь оправдаться, не укрощая своей природы? Какое можешь представить извинение, когда из льва делаешь человека, а сам из человека делаешься львом? Диких зверей доводишь до одинакового с человеком благородства, а себя самого низвергаешь с царственного престола. Знай, если желаешь, что гнев есть зверь и лев. Посему, возлюбленный, сколько другие усиливались над укрощением львов, столько и ты с усердием старайся соделывать себя тихим и кротким, ибо и гнев имеет страшные зубы и когти. Если не укротишь его, то он погубит все добрые дела твои. Он не только вредит телу, но еще более расстраивает здравие души, поедая, терзая, растлевая всю силу ее, ибо каждая страсть, оставаясь в душе, немилостиво поедает нас каждый день. Лев, когда насытится, уходит, а страсти никогда не насыщаются и не отступают, доколе не отдадут пойманного ими человека дьяволу. Я говорю это не только о гневе, но и о всех других страстях. Кто какую страстью увлекается, тот от нее и погибает. Мы увлекаемся не одной какой-либо страстью, но постоянно служим многим страстям и похищаем чужое, и обижаем, и собираем неправедное богатство, и презираем нищих и убогих, и ненавидим ближнего, и предаемся тщеславию, желая у всех быть в славе. Но для души нет никакой пользы от этой славы, ибо она тщетна.
Она потому и названа тщеславием, что ничего не приносит. Ежели презришь всю суету мира, будешь драгоценнее целого мира, подобно тем святым, которых весь мир не был достоин. Евреям 11:38. Итак, чтобы тебе соделаться достойным Царство Небесное, презирай настоящее. Тогда и здесь получишь большую славу и насладишься будущими благами по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава бесконечные веки. Аминь. Из творения Иоанна Златоуста. А болящих? Сказали. Сказали. Так, пожалуйста. Я хочу поблагодарить всех, кто молился за сестру. Восстанавливается от операции, даже и о Боге стала говорить. Вот. Теперь хочу попросить, это уже на ваше усмотрение, за племянника Григория помолиться. Потому что сам он не справится. Там и тупики, и беды, и опасности, и грехи, чего там только нет. Погибает и отчаяние. Думаю, помолитесь, пожалуйста. Далее. Братья и сестры, я печальная весть, кто еще не знает, 1 января отошел ко Господу, я попрошу тебя, не шуршите. Валера, муж Натальи Приходько, вы все молились, я вам вас держала в курсе о ходе его заболевания, об операциях и всех этих манипуляциях медицинских, но все же пришел его конец, он отмучился, тяжко мучился, он совсем исхудал, я видела его буквально за неделю до смерти. Наташа сейчас очень тяжело. Чуть погромче. Наташа сейчас очень тяжело. Вы, пожалуйста, поддержите ее своими молитвами. Конечно, молитвы. Она нам не посторонняя. Мы все ее знали очень долгое время. Даже Алексей Семенович знает Наталью Приходько. Вот о ее супруге я сейчас и говорю. Молитесь, пожалуйста. Он был христианином. Чтобы у вас не было никаких сомнений, молитесь как о христианине. У него и христианская жизнь была, и христианская кончина. Он не роптал. Конечно, ему было тяжело. Уже казалось, лучше бы умереть, чем терпеть эти боли. Но у Бога все вымерено, сколько нам страдать на этой земле. Он умер по-христиански. Поэтому без сомнений молитесь. И в храме можете молиться, и дома молитесь, как о христианине. Спаси Христос. Хочу напомнить историю нашей общины. Началась она с 91 года. Посчитайте сами, сколько уже лет нашей общине. И самый большой приток был людей, начиная с 95-го, 96-й год у нас. И община выросла в конечном итоге через где-то 4 года, к 2000 году, 99 человек была община. Сейчас община у нас, знаете, 50 человек нету, и все меньше она становится. И когда батюшка один раз вышел, посмотрел и говорит: ой-ой-ой, что же это, если я доживу-то, это, говорит, мне хоронить-то, говорит, сколько придется. Все, говорит, уже одного возраста, говорит, и точно вот оно время пришло. Одна за другой наши сестры уходят, и даже не только уж в таком возрасте древнем, но и даже молодые. Ну, вот этому Валерию тоже, ему-то всего было там 60 лет, да. Чуть больше, может, тоже можно сказать, еще молодой. А говорится, на помощь мало кто приходит. Надежда была на наших детей, но мы видим, что из наших детей пока раз-два я обчелся. Вот у нас Енафа, она 18 лет, потом Лиза 20 лет, ну... Даст Бог, может, еще кто-то будет. Ну, на девочек такое, помните, как в той притче-то? Девочки, это крыло, на тебе, говорит, крылышко. А что такое крылышко? Это, говорит, на крыло встанет и улетит куда-нибудь. Вот у нас Маша Барабаш улетела.
дальние края. Хорошая такая сестра была. Она была первая, кто осталась здесь. А так, глядите, ну, кто приходит, и нету никого. И вот у нас так с некоторого времени, буквально года три назад, Господь так сделал, что через интернет начали приходить люди. И в этом году крестилось уже 11 человек. Одна девочка маленькая и 10 человек взрослых людей. Из них, ну, практически все остались. Ну, двое сразу сказали, что нам это не надо, просто креститься надо, они так и не пришли. А остальные все, они на занятия выходят, и их видно. То есть вера крепкая у людей. Мне казалось, что через расстояние, ну, наверное, невозможно. Ну, опыта не было никакого. Ну, когда я сам туда поехал, увидел этих людей, побеседовал с ними рядом, глаза в глаза, ну, что могу сказать. Я сразу стал маленьким-маленьким таким, как вот тут Златоуст сказал, будь кроток и смирен. И все. Червячок какой-то там. Очень есть люди сильно верующие. Прям вот зять Вячеслава Семенова. Ну, что сказать. Отец его такие стихи пишет. Невероятно. Господи. Два стихотворения нам прочитал. Говорит, еще там есть у него. Вот. Так далее. Ну вот и я хочу сказать, что у нас в этот раз тоже через интернет пришел человек. Евгений его звать. Вы видите его уже давно. И он сегодня решил стать оглашенным. Такое решение принял от Господа. Подает заявление, и я один из его поручителей. Поэтому я прошу вас помолиться, ну, о нем, естественно, обо мне помолитесь, чтобы, так как мы с ним очень близки сейчас, у нас каждую неделю занятия проходят, вот так вот спонтанно все образовалось, но вот это редко бывает. Ну, человек как бы с открытым забралом, как говорят, с такой распростертыми объятиями идет ко Христу. Ну, Господь, естественно, его обнимет. Он, видите, как широко руки-то раскидывает Господь на кресте, чтобы всех обнять. И поэтому, ну, не оттолкнет его, конечно. И мы тоже не должны оттолкнуть, все должны дружно помолиться. Если уж за, говорится, усопших молимся, давайте за живых как следует. Потому что это редко у нас бывает, что человек так идет. Ну, может, Господь еще кого приведет. Помоги, Господи, всем. Спаси, Христос. Можно я немного добавлю? Я хочу немного добавить о тех крещенных. Извините. Я хочу немного добавить о тех крещенных, которые вот не остались. Они не остались в нашей общине. Игорь сейчас сказал, что им ничего не надо. Но я точно знаю, что они ходят в храм. Ходят всей семьей. Вот. Ну, не приглянулась им наша община. Нам, конечно, от этого печально становится. У нас вроде все хорошо и замечательно. Но, тем не менее, люди приняли крещение и ходят в храм Московской Патриархии. Чтобы просто не было домыслов, что они приняли крещение и ушли в мир. Для этого я вам это и сказала. Смотрите, смотрите. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто молился за меня. В этом году у меня был сложно, был перенес три операции, в том числе две в Томске, уже здесь смогли сделать. Ну, это, ну, сейчас в очередной раз в краевой больнице. Так что спасибо, Христос, что мы живем, радуемся. Не всегда, правда, сюда ходим, состояние здоровья, значит, ходим в храм Иоанна Богослова, значит, и по возможности сюда. Жена мне тоже стала ходить в храм, потому что мы переехали сюда как бы и временно, и не временно, потому что то не можем там продать пока еще. Так что уж простите за то, что не каждый раз являемся сюда. Ну, так получается, так, благодарим всех. А вы где живете? Может, вас подвозить? Да нет, я, у меня машина 4WD. А, то есть вы сами нормально, да? Да, на распяти. На ногах хожу, не ездить нельзя сильно. На Сулиме живете, да? Да, понятно. С палочками хожу. Надо ходить больше. Машина стоит под снегом. Да я хотела сказать, у нас Таня приехала с Суханова. Фамилия-то другая у нее, конечно, сейчас. Наде Сухановой дочь.
Так пускай они скажут что-нибудь, несколько. Если да, желание есть. Ну, можешь сидеть, говорить. Поздороваться можно еще. Здравствуйте. Ну, как-то все у меня, слава Богу, что вы берегите, что у вас есть. Ну, общину, веру нашу. Благодаря Грайке Тихоновичу и отца Акима. И благодаря этим людям, это есть община здесь и в Патриарх. Это очень невеликое место, ну, для мира и православия. И что это... Я молодым мамам хочу сказать, что вы никуда не бегите, вы здесь и будете. Здесь все, здесь можно, спастись можно. Здесь живая вера православная. И поэтому через лет 20 я уже сама, как разумно, сюда вернулась. Потому что я поняла, что без этой общины никуда не деться. И вам всем спасибо. А сестра-то передает нам поклон, нет? Ты не видишься с ней? Нет. Таня, а вы где живете? В Постойке. Я сама потихонечку пошла. Здесь в магазине иконка была, но я читать стала. И уже как представить. Начинай с малого, достигнешь большего. Я начала с малого и уже достигаю. Ну это я тяжело надо. Спасибо, Христос. Еще вот у меня, я давно молился о том, чтобы богослужение было понятно. Вот, и Игнатий Тихонович свои материалы от церковно-славянского к великорусскому, меня тоже это всегда томило, что большой отток людей в протестанты именно по причине непонятности богослужений. И, может быть, видимо, Господь услышал мои молитвы, и патриарх, кто не знает, издал, ну, подписал петицию о возможности перехода в отдельных общинах на русский понятный язык. Вот, но это тоже там, как говорится, есть свои нюансы, и он говорит, что... только в том случае, если община будет не против. И сразу же он говорит, что я против стопроцентного перехода на полностью русский язык, чтобы не вызвать недовольство, нарекания у верующих, которые держатся за мертвый этот церковно-славянский язык непонятный, зачем то. Вот, чтобы не было разделения, он сразу как бы вот на двух стульях хочет усидеть. Ну, я думаю, просто лишь для того, чтобы привлечь обратно протестантов, ушедших по причине непонятности. Вот это. У нас, слава Богу, Евангелие читается на русском, но тексты богослужения непонятные, и меня всегда это томило. И вот Вячеслав Семенов, о котором брат упомянул, он сделал... тексты, и желающий человек может по тексту, поэтому, когда служба идет на церковно-славянском, смотреть на русском и понимать, что сейчас происходит. Я в одно время был удостоен чести переводить богослужение, когда не было никого переводчиков. И я... Вот у нас книга вот эта есть, кто? Светлана Клюй, по-моему, написала ее, да? Откуда эти тексты? И я, переводя, ну, я не мог уловить часто, ну, не зная церковно-славянский язык, и она томится, я не могу, я смущался, но когда
я видел, когда она понимает, и я в этот момент понимаю, что происходит на церковном служении. У меня было такое чувство благодарности Богу. Вот. И с одной стороны, святые отцы пишут, что некоторые даже написал, что если бы все понятно было, то не нужны никаких книг вообще. То есть одно богослужение могло бы назидать, они такие назидательные, вот эти песнопения. Это, конечно, большой перегиб, как так все книги отметят только. Вот. Но меня всегда томила вот эта непонятность, и прошу помолиться как бы еще об этом деле. Вот. И наша община, она могла бы как бы, ну, дальше пойти в этом направлении. Может, и не нужно никуда идти и все оставить как есть. Но в два раза у нас сократилось число людей. А причина — это серьезная непонятность. И когда люди, допустим, где все открыто и вера живая, уходят туда, где непонятно, и тем не менее они остаются православными, ну, мне тоже это непонятно. Для чего выбирать худшее, когда есть лучшее? Вот. Спасибо. Да. Я добавлю, да? Да. Чуть-чуть. У меня вот сестра в протестантах. И она ушла туда не из-за того, что там на русском все. Она ушла туда, потому что там проще. Там нету правил. Они там расхлябаны. Что хочу, то и делаю. Как хочу, так и понимаю, как хочу, так и разворачиваю слово. Как удобно просто. Там нету правил никаких. Встать на молитву, там нет такого. То есть, как в Писании написано, широки врата. Да, широки врата. То есть, они как хотят, так себя и ведут из-за этого только. Но в данный момент она в тупике. То есть, все, что там было, она изучила. Больше ничего нет. Душа пустая. Что попало, мне шлет. Что попало, шлет моему отцу. И получилось так, что как бы сейчас я за нее молюсь, ну, как могу. Чтобы она взяла корни наши, ну, то есть православные. Ну, в данное время вроде как подзадумает. Только из-за этого понял, что тупик, простоте вот в этот тупик. Ну, я думаю, что не из-за этого зависит, что там все на русском. Да. Я хотел добавить это тоже. Ну, я правду люблю. Меня всегда называли, сейчас правда рук там называют, до этого называли там правда повернутые и так далее. Ну, у нас кто ушел-то? Давайте, кто ушел, те ушли. Вот сейчас сестра сказала про семью. Ну да, они ушли, ходят в Московскую патриархию. Они что там, к русскому языку пришли, что ли? Нет. Нет, конечно. Кто у нас тут сестры ушли, вот уже старшие, ну там две Галины Ивановны ушло. Куда они ушли? Все ходят в Московскую патриархию. Что, к русскому языку, что ли, они ушли? Да нет, такая же московская, тоже там церковно-славянский. Ушла сразу, две семьи ушли с детьми, старообрядцы. Это вообще уже там супер церковно-славянский язык. Никуда и ни от чего, от непонимания. Наоборот, от самопонимания вот уходят люди. Не от непонимания тут церковно-славянского, а от самоперепонимания. Называется просто самостью. У Славы Волкова это всегда было, всегда он хотел делать то, что он хочет. Его тут пытались замять и в клетку там засадить его, бесполезно. Он вырвался и попал в такую западню кошмарную. А парень подавал надежду, между прочим, как проповедник. Да. Поэтому, нет, это я считаю, что прям чтобы от этого наша община потеряла людей, я считаю, не от этого. Во-первых, естественная убыль, потому что люди выросли. И самое главное, первое, был такой период времени и такая активная деятельность проповеди Игнатия Тихоновича Лапкина, просто не, вот по радио там, че, там, ну не знаю, телевидение было или нет, но радио 100% было очень долго, в газетах и так далее, то есть вот такой ажиотаж какой-то был вокруг веры, и люди стремились узнать что-то. И поэтому вот в эти года, начиная с 92-го и вот по 90-х где-то, по 2000-й, люди прям приходили в общину, прям сюда, здесь, в Барнауле. Но Алтайский край всего 3 миллиона, иссяк этот поток. И ничего не предвещало другого, но Господь дал интернет. И как с 2001 года, как специально, началась работа в интернете. Ну сначала ни шатка, ни валка, книги.
книги были для чего? Для того, чтобы что-то пустить было в эту огромную социальную сеть. И никто же не знал, что она такая будет огромная, дойдет до Америки. И сейчас для меня, если раньше для меня земля была, она, ну там те места, где я жил, то сейчас, когда я захожу в интернет, для меня вообще земля стала маленькой, как космонавты говорят. Прилетают и говорят: люди, берегите нашу землю, она, знаете, маленькая оказывается такая. И все там моря, эти все, то, что там раньше Магеллан 3 года плыл, там плыл еще и убили его там вдобавок ко всему, так и не доплыл, бедняга этот, вокруг света. А то сейчас космонавты там за один час оборотов там столько наделают, что мамочки мои милые, как говорится. Поэтому вот все, что оно постепенно вот нам Господь давал, оно так все открывалось. И сейчас, и все время открывается через одного и того же человека. Вот кто молится. А есть тупиковые направления. И одна из этих тупиковых направлений, мне кажется, это вот стремиться выбраться вот из того, из чего и не надо выбираться. Там мы и так не в этом. Да, я сам сижу, вот сегодня, не дайте, как себя поймал. Ну, не могу понять, о чем говорят. Надо переводить, это, глухонемой перевести что-то. Я не могу в этот праздничный икоскандак войти. Ну, не могу его перевести. И вот слушаю, слушаю, до конца дошел. А, вот о чем это. Начинаю что-то там, и пальцами нас смотрит, то так на меня внимательно. Я что? Я не смогу тебе не записать ничего, не успеваю понять. Ну, не успеваю. Что, хотите сказать, вы успеваете, если да я не успеваю? Конечно, да нет, конечно. Но потом я понимаю, что о чем, в общем, смысл. А это о Богородице, ее прославляем, все. А вот там вот эта вот вода, как по водной глади, вот это, что это такое? Как перевести? Да вы что? Конечно, правильно он сказал, брат Сергий, сейчас, что да, можно было одним богослужением назидаться. Ну, попробуйте все богослужения перевести, вы знаете, сколько там книг? Жил мних, имел много книг, о них очень много. И никто не знал, что в них, не только этот мних. Так что, их все перевести, Сережа. Ну не голова, а дом совета и рухнешь потом и скажешь, да зачем это? Ты понимаешь, ты войдешь в такое. Проповедь живым людям нужна. Вот живой человек, вот она стоит, живой человек. Вот к ним нужно обратиться. А сейчас начнем. Давай церковно-славянское, и ты еще тут им подмусолил это. Они сейчас, о, да туда, такое, ничего не поймем. Тут только скажи об одном, у нас вот был этот Егорка там, Илья этот был там. Это. Говорю, вы понимаете, что наша община на чем построена? У нас зарубежная церковь. Те самые люди, которые убежали от коммунистов. Так не только эти люди уж отошли от нас, ничего не поняли. И ты сам-то ничего не понимаешь, только сейчас начал доходить, когда коммунизм читаешь. Кто такие были коммунисты? Я тебе долдоню годами. Ты сейчас только начал прозревать. Наконец-то читать начал хоть. Я тебе говорю, когда? Читай книги Игнатия Тихоновича. Там все написано. Кто такие коммунисты? Коммунисты это палачи русского народа. Не какого-то там американского, русского народа палачи. Они убили не просто людей, они убили душу русскую. Разрубили пополам. И теперь там как змея попробует отрасти этот хвост России. И не могут, конечно, отрастить. Поэтому люди и бегут, и говорят, да там в России просто это просто Содома и Гомор. И правильно, совершенно верно. Россия Содома и Гомор. До церковно-славянского ли языка? У нас и так все есть. Библия на русском языке, псалом читаем. Кто тебе запрещает-то что? Хочешь, ну, переводы есть. Ну, почитай сам переводы, да и все, и успокойся. Куда ты всех толкаешь, Сережа? Я не о том, что от нас из-за непонятности уходит. Я говорю о том, что протестантам препон, что у нас непонятно с церковно-славянским, этот препон убрать, они бы хлынули у нас, к нам, из протестантов сюда. Не хлынули бы. Так у вас веры в это нет, понимаете? Но это препятствие для них. Он говорит, что там понятно и расхлябано. Ну как расхлябано? Ну это их сестре расхлябано. Порядок не ходят. Вам слово. Игнатий Тихонович, вам слово. Галя дает вам слово. Да, Галя дает вам слово. У меня аппарат совсем не работает, и поэтому я говорю с чистого листа. Я не знаю, о чем говорили, только догадываюсь. Но не говорила Валерия? Говорила. Вот видишь, я подготовился сказать. Значит, дальше-то надо думать. Нет. Ей там делать абсолютно нечего. Она чужая. Одна. Здесь брат, здесь мать, здесь община. Ее здесь никто не бросит. Значит, ты в этом направлении работай. Ей там ничего нет. Она с 5 на 10 будет где-то там с кем-то встречаться. Церкви там тоже чужие. Тише.
маленькие такие дела. Володя хорошо поработал в прошедшем году. У меня много березовки. Не уходите, кому надо. Я только сейчас разморозил, но бывает, что она лопнула. Сразу ее сейчас где-то надо ставить. Если она сильно кислая, чуть-чуть соды, капельку самую. Ваши все эти почки, там камни, то другое. Большего лекарства не найдешь. Я одна брала здесь, мне дали 3 литра. Говорит, я, говорит, пошла, говорит, ты что, в ведро что-то брякнула. Она полностью вышла с нее. Это естественно, никаких примесей нет. У Володи еще здесь есть бутылки. Вы к нему подойдите. Второе. Вот о чем вы говорите там о советской власти. Послушайте внимательно. Мы ведь не первые родились. Враги были всякие у России. Чингисхан, Мамай, вы знаете, Аларих, Тамерлан пришел. Перед ним все склонилось. Ирак, все легло. 120, кажется, пирамид там по 5000 черепов сделал. Дошел до России, споткнулся. Видение было ночью. Как раз принесли икону Владимирской Божьей Матери, то другое. Так вот, у них, у всех, Наполеон, Гитлер, там, Муссолини, все, если враги, и враги приходили и каялись, они вливались, они были с ними вместе. И тех, которые заранее, вот идет Мамай, а были княжества, которые говорили, а мы не сопротивляемся, мы с тобой. Вспомните, когда Рабсак, Иерусалим, окружили, и он говорит, я вам дам там 7 тысяч колесниц, ну, танков. У вас найдутся ребята? Выходите, будем воевать, делить добычу пополам. И впервые в мировой истории было такое, что делали коммунисты. Сейчас все это публиковать начали. Ну, батька Махно, Нестор Иванович. Брать надо, вся Россия-то уже воюет, а Крымский полуостров, он как аппендикс какой. И туда все стекается. Ну, вы знаете, что такое губернатор? Губерния, край. Край или область. Кто видел хотя бы раз 5 губернаторов рядом сидел? Это 5 областей. Я буду называть, вот если генерал, это означает дивизия. В военное время 12-14 тысяч у него в распоряжении. И они говорят, Махно, когда брать перекоп этот, ты нам помоги, и все, и мы будем вместе. А сами заранее уже наметили, как только победа совершится, в этот же день всех расстрелять. Да таких же зверей, демонов-то никто и не знал никогда. А оказывается, из России-то стекались на полуостров все. А они всего, что прошли. Красные пошли. Да, и даже никто не думал, что это там появится-то. И теперь, заранее уже было, эта бойня подготовлена. Сталина посылает туда посмотреть, как это будет выглядеть. Сразу нашлось перекоп в Крымский полуостров. 30 губернаторов. То есть они со всей России туда съезжались. 30 губернаторов, это сколько... Ума было. Сразу арестовали первый день. Ждите, когда все будут. 50 генералов. Да 50-то генералов. Это половина армии Гитлера. 50 генералов. Но это не все. 300 полковников. Цифры-то какие? А полковник это полк. Ну, название само говорится. И далее. Еще 300. Те, которые будут признаны разведчиками оставлены. Всех арестовать. А сколько тут помогали? 12 тысяч, ну и заместитель Махно. Сразу вывезли, всех расстреляли. Мировая история не знает такого безумия, такого злого, дикого отношения к людям. С каким-то с Гитлером сравнивать. Да разве Гитлер это делал? Ни одного крестьянина не тронул. А здесь, чтобы разорить самых лучших крестьян, 12 миллионов сразу уничтожили. Голодомор устроили везде. Это все коммунисты. Еще голосуют за них. Если ты был в коммунистах, ты был в самой великой банде. Ты должен плакать кровавыми слезами. Кому ты примкнул? Сегодня начинают только публиковать эти данные. Только по данным Кораблина пишет, в своей стране уничтожили 66 миллионов людей. Сейчас публикуют. Газета «Комсомольская правда» на развороте. Если бы коммунисты, большевики не победили в 17 году, нас бы было 650 миллионов. Полмиллиарда сожрал змей. Не было такого завоевателя, которому бы подчинялись и хотели бы с ним вместе, и он бы их уничтожал. Или помогите битву выиграть, а потом я всех уничтожу. Вы знаете, когда нацистские преступники сидели, они говорили, план Барбаросса, нападение на Россию, он не составлялся. Он, ну, вынуждены были сразу.
Они не знали, какой козырь у советского командования. Они никто не знали, что Паулюс жив. И вдруг он предстает. Тайно подвезли. Может, у нас еще один свидетель. Может, ни один человек не знал. Вдруг он выходит. Даже Геринг Герман, и тот предстал. И он живой. Он говорит, итак, я был главный разработчик этого плана нападения в России за 2 года до этого. И все поняли. И вот Кейтель, вы тоже были там. Говорите, не знали. Знали? А ему сразу закричали, Иуда, предатель, то другое. А к чему? Заранее заготовлено было уничтожить Россию. Это антирусская революция была. С Лениным приехали, и не какой-то, а журнал главный алтайских писателей пишут. 138 ехало с ним в пломбированном вагоне. Человек. Из них 130 евреи. Все, которые к власти пришли. Это еврейская революция была, не революция. Гитлер так не приходил. Он раз за разом голосовали, набирал голоса, наконец все. А это никак. Пришли уничтожить царя, девушек за что уничтожили? 4 девушки, не познавшие мужа. Это даже в Библии, это не мусульмане, никто никогда не делал. Всех подряд, под корень. Михаил отрекся, где-то в монастыре была эта сестра Сарисина. Тоже вместе с инокиней Варварой обоих в шахту живем забросили. Это что? И к ним идти, спрашивать, сегодня голосуют еще за Зюганова. Голосуют. И сейчас везде пишут. Но если такие данные были про Гитлера, ну про коммунистов, то в 100 раз больше. Класс за классом. Пришел Гитлер, Муссолини, хоть одного офицера тронул, который? Нет, все за него были рядом. А это все офицерство. Дворянина тронул? Ни одного. Здесь все дворянский класс. Священника тронул? Нет, под корень. Вы понимаете, что они делали? 57 тысяч храмов уничтожили. Храмов. 1275 монастырей. Около 200 епископов. Ну даже я уж не говорю о ком-то, о президенте сегодняшнем, Владимире Владимировиче Путине. И вот его приводят там, приводят, где показывают. Он ходит, ну где расстреливали. И он подходит сам, полковник КГБ. Это система уничтожения. Но и он содрогался. Он подходит, Бутова. Чудовищно. Да что же это? Дрожащим голосом говорит человек, призванный то же самое делать, но по-другому мыслит. Это что же? Причин никаких нету. Назначали, пришлите нам 3000 кусков мыла. Это означает 3000 на расстрел. Нужно с человека взять кого? Кузнеца. А кузнец бывший председатель, и здесь он вызывает, говорит, кузнеца надо. И как дают бакет, в район надо отвезти. Мальчишку с ним. Доехал, это ты все арестован. Статья. А какая, не знаю, это арестованный. Ну возьмите, Чичагов, митрополит, 70, кажется, 3 года ему. Он ушел на покой. И узнали на покое митрополит Санкт-Петербургский, что у него сыновья были в белых офицерах. Он их и не знает, и не видел. На постели подняли, принесли в щека и расстреляли. Да какой же Гитлер? Это сатана просто. Ничего этого не было. И о чем я говорю? Ни одного священника не тронул. Это кто? Гитлер. Я сейчас пошел в библиотеку, а там газеты, подшивка. Переписка Гитлера со Сталином, поздравления какие были. Я говорю о том, не который нападал, а который тогда был. Ни одного человека не тронул. И не надо сравнивать даже. Я просто хочу, чтобы маленечко-то протрезвили, продули умы. Игорь Владимирович сколько раз говорит, и все, говорится, не добивает до места. Теперь о книгах. Вот главное сокровище. Во 2-м году первая книга. Последняя 10. Прошло уже 18 лет. Даже наполовину стоимость уже не тянет. Новый Завет вот этот. Больше 1000 экземпляров. А 2000 издано было. Больше 1000. Были отданы в библиотеке мира бесплатно. По 1-м годам, как мы издали, за поездку которой мы подарили книг на 35 миллионов на сегодняшние деньги. Вот понятно, что это только Бог делает. Итак, я везде обратился, кто может взять, мы даем данные. Кто может издавать? Теперь только комплектом. Тебе надо отдельно, вот это вот сейчас отдельно. Это сегодня 5 тысяч стоит, не 3 тысячи. Это последнее, тем более мне ни одна копейка не идет. Вот здесь мой труд, я 9 лет сидел, не вылазил. 30 тысяч часов за компьютером просидел. Поэтому знаете, отдельно, это может 1-2 экземпляра только, остальное, вот сказал, только вместе идут. И сразу Беларусь 2 полных комплекта увела. А 2 полных комплекта мне 90 с лишним тысяч. Есть что помочь кому-то.
Повторяю, ни одна копейка мне в руки и в рот не попала. Попутно вопрос о десятине. Десятина – это десятая часть от всех доходов. Наша община отличается вообще от православных сильно, что десятина. Это означает, у нас торговли нет, ничто не продается, с тарелкой не ходят, висит ящик, пожалуйста. У нас были, которые не платили десятину, и никто не знал. У нас даже записи нет никакой. Это вопреки нашего устава, оглашенный, кто сам подсчитывает сколько. Вот я просто напоминаю вам, вы для Бога идете, и так Павел говорит, бегите, чтобы получить. Многие бегут на ресталище, студия, бегут, как эти стайеры-то, но один награду получает, и так бегите, чтобы получить. Я делюсь опытом общения с Богом. Я первый раз услышал в 62-м году, аж десятина, я не слышал такого слова, а это десятую часть. Отдать. Она Богу принадлежит. Бог приложил к твоим 90. И когда человек не отдает, не написано жадно, а меня обкрадываете. Бог говорит, моя, я приложил. Меня, Бога обкрадываете. И я сижу, мне 23 года. Никто этого не знает, что у меня внутри есть. У меня внутри, как огонь вспыхнул. Я про себя подумал, я буду платить 9 десятин заработанную. 57 лет позади. И ни разу не нарушил. Вчера батюшка приезжает, я конверт приготовил. Десятину за год. Сверху еще что-то прибавить. А он, батюшка, если так разобраться, он в полсотни раз богаче меня живет. И несмотря ни на что, это мое благословение. Он, батюшка, не надо? Я, нет. Я хочу, чтобы небо было для меня открыто. Что мы сейчас делаем? Вот как. Батюшка лишнего не съест. Он везде, храмы сгорели, везде помогает. Я обязан это сделать. Вы для себя это имеете в виду. Десятина изначально нам не принадлежит. Вот, допустим, двое взяли 1 гектар, вот у нас потеряйки было, 0,5 гектара с чесноком засеять, вот пополам, а потом урожай будет пополам, мороз ударил, никому ничего нет, фигушка. А у Бога-то не так. Если ты вложил, Господь говорит, непременно получишь. Малахия, 2-3 глава пророка. У нас были, которые начали обманывать. А я десятину кладу в ящик, а там Лена берет, говорит, да я знаю, говорит, пенсию. И там нет, говорит, никогда не было, там даже 20-й доли никогда не было, то есть обман. Я знал человека, могу даже назвать, главный банкир Алтайского края, управляющий Сбербанком края, приехал в Потеряевку. Кто это был? Писоцкий. Высоцкий? Писоцкий. Это Писоцкий, как Владимир Филимонович. И он подошел, уже выходить, потом увидел. О, а с ним еще банкир был с Павловска здесь рядом. Тот не подошел, даже этот подошел, распечатал и туда. Человеку не надо говорить. То есть Бог вкладывает нам, что дал жизнь, движение крови, глаза, уши, руки, ноги, землю, воздух, солнце. И Бог говорит, ну мой пай какой-то есть в том, что заработал-то. Ну прими меня все-таки в пайщики-то. Я всего десятую часть прошу. Я когда услышал о десятине, что по времени Бог требует десятую часть ежедневно посвящать, я бы никогда не додумался. А сколько? 365 дней. Десятина – 36,5. Запятую, поставь только. А теперь смотри. 7 недель Великого Поста по 5 дней. 5. А суббота-воскресенье разрешается растительная масса, а уже поста нету. 5. Сколько? 7 и 5 – 35. 35. А одна суббота постная в году перед Пасхой 36 и с вечера до утра половина 36,5. Это как же так? И те, которые составляли пост, они тоже этого, думаю, нигде не упоминали. Иоанн Златоусту Бог открыл. И десятину во времени. Поэтому, если было когда, и ты думал, что ты даешь что-то, ты ничего не даешь еще. Десятина это ничего не значит. 1,8 Тавита. Он говорит, все отступили. Но я исполнял наказ моей бабушки. Я ходил в храм, он 3 десятины отдавал, одну туда-сюда и 3 раза. 1,8 Тавита в Библии. Он один. Я говорю, в Иркутске мы были у одного из сектантов. Поехали за Библию, узнали, Кукушкин, фамилия его, Игорь. И вот он, я первый раз увидел, он говорит, да я плачу 5 десятин. Вот такие ребятишки 9 и 10, жена вот-вот разродится. Он платит. То есть это от Бога зависит.
хвалящийся, хвались Господом, как Он близок к тебе. Почему такое благословение? Я все время просил дать мне помощников. И за прошедший месяц только, ну уже больше, полтора месяца, Бог дал мне 12 человек, которые помогают распечатать все наше сокровище на сайте. Вопросы по отдельному сайту, сказать, файлу сделать. У нас сколько здесь сидит? Сергей Павлович помогает. Вот сестра новая Елена. Еще, кажется, кто-то. Вот. Владимир Александрович, это уже третий. А всего четвертая как раз, Ольга Николаевна. Вот представьте, 4 из 12 у нас здесь находятся. И они по каждой теме выбирают. Одни работают там по работах, называется. Отдельно там взаимоотношения. И там все вопросы по взаимоотношениям людьми. И теперь отдельные картинки составлены и выставляем. Один на день отсчет, это один файл. Я вчера поставил 38 за день. Сегодня поставил где-то 37. То есть никогда этого не было и сказать даже нельзя. Услышать молитву, и чтобы добровольно люди начали делать. А кто вас обеспечивает? Вот ломается. Я говорю, у меня близких знакомых, которые помогают мне. Вот он сидит как раз. Четыре программиста. Алексей Викторович. Племянник его Саша. По порядку. И остальные, которые сейчас где-то в другом месте или здесь. У меня четыре близко знакомых, которые помогают постоянно. Я молюсь. А чтобы программист приезжал, делал, это деньги стоит. Я-то не плачу нигде. И печати, и картинки, и по лагерю, все почему Бог дает. Хорошо слышишь? Да, тебе да. Бог это даст. Теперь у меня набирается все больше и больше данных в работе с мусульманами. Мой кругозор расширяется еще больше. Как с ним беседовать? Я еще раз говорю. Они от крестного знамени, как подрубленные подсолнухи падают. Он видит меня, я перекрестился, говорю, слава Иисусу, все, а! Все, а! Гляжу, глаза вот такие вот. Ну ладно, хоть они не вывалились из орбит. А другой начинает беседовать, беседуем. Я иду совершенно другим путем, не как Сысоев, отец Даниил. Их книгу я не, в руки не беру, не называю, три слова табу. Я говорю, скажите, Сулейман у вас есть такой? Да. А у нас Соломон, это один и тот же человек? Ну да. Вот произношение другое, транскрипция. Я говорю, у нас Авраам, у вас кто? Ибрагим. Это один и тот же, да? Да у нас мало расхождений, так, вроде Библии и Коран. Я говорю, расхождение, знаешь сколько? Хорошо, запиши. 5216. Я все время Кораном занимаюсь, я говорю. Я вам покажу, где. Хорошо, внимательно слушай. Если у нас от Соломона три книги, Притча Соломона, Экклесиаста, Премудрость Соломона, почему у вас, упоминая его, даже одного предложения нету? Ни один ответить не может. Ни один грамоты попался, один богослов там. Я говорю, а почему? Никогда не думал. Ну что не думать-то? Даже и Майн Кампф приводит везде выдержки из Ленина, из Сталина, если ты называешь его, ну найди. Вот у Ленина есть такое выражение. Наша радость от трудовых успехов. Одна фраза, она мне очень нравится. Очень нравится. Итак, нету ни одного слова. Дальше. У нас что об Аврааме написано, у вас этого нет. Почему вашего Ибрагима этого нет? А причина вот в чем. Ваш, кто вам составил религию, то другой, он был очень интересный человек, любознательный. Он женат был на торговке, поэтому у него он, как менеджер ее был, везде ездил. И он на слух брал. Книг-то не было. А на слух-то ничего нельзя сделать. Вы Давиде там, как они называют у Давида-то? Дауд. Я говорю, а если вы знаете, что это то, это один и тот же, да, это один и тот же. Почему у вас в псалтире нет ни одного псалма? Я говорю, не псалма, а хотя бы один стих. Нету. Да как нет? А сегодня я мусульманам даю, они молятся. Молятся по псалтире. У вас написано Инжил. Евангелие написано, да, Инжил это нам Бог дал. Ну, я говорю, пятая сура, там 47, 66, 68 аяты. Так, так. А тут и написано, что нам Бог дал. И теперь я их не трогаю. Я только открываю вот передо мной Библию. У нас написано, нет другого имени под небом. А я считаю, ты можешь пропускать мимо. Я проповедую Евангелие. И если кто не исповедует Христа, пришедшего во плоти, Дух Антихриста. 1 Иоанна и 2
послание. Дух Антихриста. Тут понятно, если вы не это делаете. 1:8-9. Я говорю, давайте прочитаем. Все написано у Галат. Если бы мы, апостолы, или ангел с неба, будет пропадать не то, да будет анафема. А анафема-то это не я говорю. То есть он хочет меня сцепить? Нет, я считаю Евангелие, у меня Библия в руках, кто другой. Я расскажу, кто ее писал. А ее переписывали, испортили. И переписывали, испортили. Ну, допустим, я поверил вам, но я хочу узнать, кто испортил, хотя примерно, в каком году, в каком месте, ни один несколько. А почему? Потому что ее нельзя испортить. Не пойдет. В Библии говорится, я бодрствую над Словом моим, говорит Господь Бог. Христос говорит, исчезнет небо и земля, прейдут, но слова мои не прейдут. Ни одна черта, ни одна йота и кратко не пропадет. И раньше, когда переписывали, то они евреи, строчка, а в строчке 52 знака. И рядом, против строчки, на полях, поля большие, написано 52. И Библию переписывали годами. Как подготовить, из какого материала. Это большой-большой материал. Такая книжка есть, этюды. Он читала, Людмила Степановна. Отец Геннадий Пас выпустил ее. Как их сбирают этих людей. А за ними еще проверяют. Я тебя считаю 52 буквы. У тебя 51. Он считает. Ужас нападает, как сейчас вот в этом, в Ютубе. Если два предупреждения было вынесено в течение 3 месяцев, тебе могут канал полностью отрубить. А я 10 лет отдал ему. Но они сделали мне замечание. Ну, дескать, жалоба поступила на вас, что вы их трудами... Как я мог? Снимали, когда крещение. Оказывается, рядом стоял там какой-то у них прибор. Я не помню, там радио крещит. А радио там, бывает, и передают что-то. А они приватизировали всю мировую музыку. И там музыка попала, где я разговаривал с епископом. А я, значит, чужой материал взял. Да мне зачем сюда? Это вы мне испортили материал. Но предупреждения не выносятся, но вы имеете в виду. А там мне сегодня ночью уже сказали. На крещение. Год не прошел, и теперь они увидели. Кто-то пожаловался. А кто пожаловался? Да никто и не знает. Сама система высчитывает. Музыка-то заложена. Я нищей труд не брал. Однажды один очень серьезно, фамилия Полос. И я веду занятия в университете. Отец Иоанн Суворов снимает, священник. И теперь этот материал я украл. Как? Я говорю, аудитория такая, 410-я, корпус В, ГТУ. Это мой труд. Я стою за кафедрой с Игорем Владимировичем. Как я мог взять? Не знаю, с ним договаривайтесь. Я его нахожу кое-как в интернете. Ему пишу, а он на Украине. Я говорю, ты Бога побойся. Ты же не был в Барнауле. Как мой материал, занятия, которые я веду в университете, твои, может быть-то? Я не знаю, что повлияло ли еще. И он запрос туда сделал, и они-то сняли с меня это обвинение. Так это хоть кто может тогда сделать? А? Тогда хоть кто может такое сделать? Ну, конечно. Как? На ваших же материалах. Так, я хотел, чтобы вот вы себе помнили, как много Бог делает, открывает. Я все это отношу к тому, что Он обещал. Хотя в этом меня испытайте. Ну, бывает, что Павла полюбили, молодой, говорит, ты испытай меня. С неба звездочку достану и на память подарю, песню пели, о любимой. Ну, знаете как, ничего не достанет, но однако. Болтула. А Господь говорит, меня испытайте, Бог говорит, меня, Бога, испытайте десятиной. И вы видите, что с вами Бог сделает, вот оно. Это сказать даже нельзя, что Бог делает. Это все благословение Господне. Так, к нам приезжал один человек с Москвы здесь. Алексей Шахматов, помните? Выступал. Я его зову Алексей Блуждающий. Помните о нем, помолитесь. Его сатана обольстил полностью. Веры никакой нету. Курит по-прежнему, то другое. И он везде ездит. Молитву давайте. Вот, пишите свои имена, а я поеду в Иерусалим, молитву сделаем, и там мы просчитаем шестером, пятером. И что-то как-то где-то щелкнет на небе, и Бог даст вам. Теперь он в баре поехал к мощам Николы Чудотворца. Во все монастыри каждый раз дайте мне денег. Я поеду, давайте. А люди-то ничего не знают. И они ему пишут, запиши меня. Запиши меня. Там доллары присылают. Он честный, он так и говорит, сколько прислали, может не все. Но однако. И уже выступает не кто-то. Иосифов говорит, вы сами подумайте, до какого уровня сознания доходят люди, что его имя, вот скажи, а сам ты неверующий. Если за меня молится кто-то,
искренно, эта молитва дойдет. Вот сейчас Валерия нет, мы каждый день многократно молимся. Молимся, чтобы Господь и семью спас. Самое лучшее выбрал. Не мы. Бог положит на сердце, она будет стучаться в двери. А здесь ее никто не бросит. Это Бог только сделает. Вы расскажите, кто может, что ничего по-другому нету. Ну, была на имени, там хлеб, а тут нету. Наконец, надо возвращаться. Все. И одна только Руфь пристала к ним. И так и здесь. Сколько сыновей было? Все умерли там, никого нету. Вернулась одна с голыми руками. Так. Вот вы приходите иногда мыть, просятся. Пока снег лежит, просьба, не приходите. Эту неделю были, пришли, долго были тут. Ну, кто тут был-то, знаете. И все это тут пылесосили. Грязи никакой нету. Вам время отрывается это. Да и зачем вам это, когда у нас все чисто, хорошо. Без предупреждения меня, вот сейчас. А звонить будете телефон только вот этот. Если вы у меня стоите здесь на мобильном. А так не могу, меня бомбят. Вот сейчас открыл телефон утром. И сколько звонков? Вот звонок когда идет, и сама система отключает звонок. Сколько? Минуту надо? Мне за ночь, только сегодня, с одного телефона было 31 звонок. Я не успеваю телефон заряжать. 31! Вчера 58. То есть меня бомбят со всех сторон. И как они называют? Старый продажный еврей. Еврейскому Богу поклоняться заставил людей. Жид! Еговист! Там. Да, старый еврей. Я старый еврей. Великое преимущество быть иудеем во всех отношениях. Павел говорит, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Я не удостоился такой чести быть иудеем. А если когда тут обещали что-то говорить, то, да? А мне операцию делал Шофер, я сказал только, если бы от меня зависело, я бы сказал любимую фразу, через мой труп только подойдете к нему. Какой он умница, приезжал, с нас все гонения, все снял. Еврей! Да еще подошел и спросил, нужда какая есть. Я говорю, да видите, как чуть не на четвереньках. У меня же три позвонка раздавлены. Сразу ко мне. А он замгубернатора тут был. Это Бог так делает. И поэтому, ну, у меня что-то в жизни не ладится. Я говорю, запомни два благословения. А между ними все 100 или 200. Первое, никогда не поноси народ Божий евреев. На земле 2896 наций. Но избранный Богом один Авраам был. Один. И еврейский народ дал три мировые религии. Я просто называю, что вся пресса, все деньги, все банки, все юриспруденция, все в их руках. Так они все захватили. Мы как-то приехали, там, Забайкалье. Мужчина, муж, библиотекарь, еще привезли, я говорю, книги. Автоматы нам везли, тут с евреями надо расправляться. Я говорю, как раз за это мы и страдаем. Наоборот, надо благословлять, чтобы они обратились, познали Мессию, который пришел к ним. Погибшим до овцам Израилева. У меня крестник еврей, его спрашивают, а ты какой национальности? Он так это говорит. А я той же национальности, что мой Господь. О, я, конечно, сказать так не могу. Но и нам он открылся в доме Корнилия. И мы приняли его. Поэтому... У евреев есть такая молитва. Все время молится и благодарит, что Бог сотворил его мужчиной, а не женщиной. А ты благодари, Господи, ты русский народ любишь, под корень рубишь его. Значит, он тебе не чужой. Если наказывает, это родной отец. А если не наказан, значит, вы чужие, говорит. Апостол Павел послание к евреям так говорит. Не знаю, я сумел ли к вам достучаться, но вот о чем хотел сказать, сказал. Есть священники, которые прямо с кафедры призывали голосовать за коммунистов. Это самый настоящий сатанизм. Тут ничего не надо. То есть больших преступников мировая история не знает. Свой народ под корень вырубали. Конечно, те рядовые, которые были здесь, они ничего не знали, может быть, даже. Да еще знали-то. Но мы должны это знать. Вот а за кого голосуете? Никогда не хожу. Зачем? Потому что выберут, кого им надо. В Америке у них там две партии, консервативная, там демократическая. Ну и кого избрали, а там собираются миллиардеры. А Рональд Рейган, видно, что печально. А к нему кто главный, подошел Ронни. Следующий ты будешь. Еще этого не избрали, он уже следующий, он назначил, следующий будет. Следующий будешь ты. То есть это все игра с выборами.
И сейчас они везде говорят, Путин-то уйдет через 2-3 года. И кого избирать? Заранее уже везде пишут. Медведева, только Медведева. А Цицакова не знают, потому что я ежедневно молюсь и за Путина, и за Медведева. У нас в стране, вот в этой Российской Федерации, во время перестройки уничтожено в животе и в вагине женщины 120 миллионов младенцев. 120 миллионов абортов сделано. И в настоящее время, я говорю, только один глава администрации эти аборты поставил как государственное преступление. Кто это? А кто это? Ни один не может назвать. Я говорю, Рамзан Ахматович Кадыров. У него женщины на собрании сидят одетые, как положено. Ни одной нету, чтобы были без платка. Какой-то милиционер, майор сидит. То ли он задремал, я не знаю что. Он сразу, ты спать пришел? Вон отсюда. И все, должности лишился. Ты не спать пришел. Он запер буквально все, сколько времени, ни взрывов, нигде ничего нету. А он мусульманин. У меня от него благодарность на бумаге пришла. Я книги подарил. И недавно показывает, он открывает комплекс православных, около озера. Красивое место. Для священника дом. Красивый храм православный стоит. И он там ленточку разрезает, кажется. Сам приехал, чтобы храм открывали. Это мусульманин. Какие средства отпустила республика? Конечно, они бюджетики, там миллиарды крутятся, но однако. А вот мы каждый день молимся Рамзана Ахматовича, в молитву поминаем. Сохрани, Господи. Он говорит, а я знаю, что меня убьют. Везде покушение на него где-то. Молитесь, чтобы миновал этот гнев. Господь его сохранил. Он примером является для всех, даже христиан. Вчера ролик выставили такой. Православные, знатные люди, великие, как говорят о мусульманах, это Смирнов, Ткачев. Ну, говорят-то правильно все, но дальше не договаривают. А вот у них много мужчин, одни молятся, вот они 5 раз намаз совершают. А у тебя-то почему не совершают? Ты всю жизнь священник-то. Я каждый раз спрашиваю, кто молится 7-кратной молитвой? И главное, говорят, но нигде не говорят, что у них нет спасителя. За грехи-то никто не умирал у них. А грех человек свой искупить не может. Главное, это, ну, если это митрополит, теперь патриарх Кирилл говорит, ну, можно сказать, нас разделяет самое главное, у них нет спасителя. У них нет пролитой крови Бога человека. Они его считают пророк. Он ни Бог, ни жертвы за грех, нет ничего. Как вы можете соглашаться с этим? И при том ни один не говорит. Я вчера заново прослушал этот ролик и свой материал выставил. Все места Писания, которые говорят, что он Бог, и он умер за грехи людей. И кто его не принимает, Христа, тот в погибель пойдет. Я ни одного слова не добавил свое, а прямо места Писания. А мы называемся люди Писания. Люди Писания. Ты не можешь делать это, молись за тех, кто это делает. Вот то, что я вам хотел сказать. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рушую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Алла
Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Мы умоляем Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, Ты Всевышний, и все покоряется Тебе. Услыши молитву всех, желающих нам блага, и исполни это желание, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, услыши и исполни молитву нашу ради пролитой крови Твоей, а всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Богу слава. Аминь.